я тебе вот такой вот браслет подарю. Знаешь, что это такое? Со световозвращающими элементами ребята давно знакомы. А проекционный пешеходный переход пока для многих в новинку, но тоже поможет обеспечить безопасность на дороге. Водители заметят его даже за 150 метров, в то время как видимость обычных составляет всего 50. Обычно мы знаем, что традиционно это наносится такой световозвращающей краской на дороге. Вот сейчас мы видим, что как бы проецируется такая вот зебра традиционная, как мы привыкли, она проецируется на дорогу, соответственно, это не зависит ни от погодных условий, ни о том, что может он как-то стереться. Один из самых заметных пешеходных переходов находится в Дубках, рядом со школой «Дружба». Здесь сотрудники госавтоинспекции вместе с родительским патрулем и участниками отряда ЮИД провели профилактическое мероприятие и еще раз напомнили пешеходам о правилах дорожного движения. Впрочем, эта работа ведется в образовательном учреждении постоянно. Мы ходим по классам, рассказываем детям про о правилах дорожного движения, иногда с ними играем. Зимой светает поздно, темнеет рано. Поэтому на дорогах надо быть заметнее и внимательнее. Это касается всех участников движения. Проводим на регулярной основе профилактические мероприятия, раздаем агитационные материалы, световозвращающие элементы, значки со световозвращающими элементами, липкие ленты, чтобы дети на себя их одевали и были более заметны на дорогах. Проекционные пешеходные переходы уже есть не только в Дубках, но и в Раздорах, Перхушково, Татарках, Чесцах. В этом году в округе их станет еще больше. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».